Приветствую вас, дорогая церковь. Меня зовут Денис, мне 40 лет. Я родом из Минска, родился в Минске. Посещаю долгие годы и принадлежу, моя принадлежность к церкви Вифания. Там произошла моя встреча с Богом, и вся жизнь в дальнейшем была связана именно, посвящена сослужением Христу. Хочу засвидетельствовать о славе Божьей в моей жизни, то, что произвел и сделал в моей жизни Бог. До 31 года я не знал Бога, творил беззаконие, жил без Христа, и для меня это было нормой, к моему сожалению. Имел зависимость разных форм, наркотики, алкоголь. Порядка 14 лет находился в зависимости. Семья среднестатистическая была, родители мои работали на заводе. Они тоже, к сожалению, не знали Бога, и поэтому я в 31 год только благодаря верующим людям, которые дали визиточку и засвидетельствовали о славе Божьей в моей жизни и подсказали, что есть реабилитационный центр, где мне Бог может помочь и дать свободу от моих зависимостей. Они засвидетельствовали, и я принял решение поехать на реабилитацию. Слава Богу! И именно с этой минуты хочу дальше прославлять нашего Господа Иисуса Христа, потому что все то, что было когда-то, мне даже не хочется вспоминать, а то, что началось с 31 года в моей жизни, это слава Богу, и я новое творение во Христе Иисусе, которое родилось тогда с момента покаяния. И с этой минуты я славлю и прославляю Господа всем сердцем своим. Несу служение реабилитации в центре реабилитации миссии возвращения, в центре Рождественский, это церковь Вифания. Знаю, что есть у вас труд тоже, центр реабилитации, который немало, скажу вам, важен для людей, наверное, верующих, которые знают и понимают цель, которую Иисус сказал, нести благовестие Евангелия в мир, для людей погибающих, которые тоже, к сожалению, имеют место сейчас и очень много. Творится беззаконий в нашей стране, люди погибают от наркотиков, от алкоголя. Поэтому просто хочу засвидетельствовать о том, что Бог в моей жизни сделал. У меня сейчас на данный момент Бог даровал мне жену, супругу, верующую христианку. У меня двое деток родилось, девочек. Одной будет сейчас исполниться 5 лет, другой 2 годика. Она родилась 25 числа декабря. 2 года назад, когда праздновали Рождество у нас в церкви, мы ехали на скорой в роддом. Поэтому слава Богу за них. Мое сердце переполнено благодарностью нашему Господу Иисусу Христу, что Он когда-то обратил свой взор на меня, погибающего, и дал надежду на то, что я даже не мог и не подумать о том, что в моей жизни когда-то может такое случиться. Слава Богу, дорогая церковь. Благодарю. Спасибо большое. Слава Богу.